Друзья, я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Сегодня я хочу рассказать о том, какие огурцы я решила посеять в этом году. Один из моих лидеров – это артист, который я уже сею. Буду сеять четвертый год. Мне они нравятся тем, что здесь кожура очень нежная, мягкая, сладкие, урожайные. И плюс, семечки очень маленькие. И нету дырок в огурцах. Прекрасный огурец, мне он очень нравится. Герман чем-то похожий на вкус с артистом. Мурашка. Также они урожайные, очень вкусные, сладкие, нежные. И папенькина дочка. Очень урожайные, нежные и сладкие. Вот эти сорта я буду сеять в этом году. Но я решила вырастить рассаду. Вот 21 марта я посеяла в торфяные таблетки. Поставила еще и в стаканчики. Стаканчики у меня здесь по 50 миллилитров. И я их еще даже обрезала, чтобы они были поменьше. И на низ еще насыпала грунта, помимо таблеток. И поставила сразу под фитолампы. И вот сегодня 24 марта, и вот уже последних два осталось раскрыться листиком, а все остальные уже раскрылись. Схожесть стопроцентная. Здесь у меня 4 вида сортов огурцов, и все они прекрасно у меня взошли. И я планирую держать их всегда под светом, то есть под фитолампами. Первые дни они будут у меня вообще круглосуточно стоять под фитолампой. Я надеюсь, что они у меня не будут так вытягиваться. Друзья, я рассказала вам, какие сорта я планирую посеять в этом году. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Будем вместе смотреть, как будут у нас расти эти сорта. И какая будет урожайность. Ставьте лайки, кому понравилось видео. И до новых встреч. Будьте здоровы. Спасибо за внимание.